Средиозия. Гольф Коэзио. Это заливный Коэзио. А вот такого вы точно нигде никогда не видели, не увидите. Ну, разве только, что только на нашем канале. Так, дорогие друзья, внимание. Да нет, не на это, а на вот это вот. Чудо и произведение искусства, дизайнерского искусства одновременно. Это что, Мазерати, что ли? Да, батискаф, дорогие друзья. Не знаю, на таком ли, вряд ли даже на таком опускался в пучину какого там Черного моря. ВВП. Но таких, значит, как это сказать? Что это? Это единичные экземпляры технической мысли человечества. Это уникальные просто вещи, которых... А что это такое? Ты посмотри, какие у них манипуляторы, лапы. Как схватит сейчас? Бля! Как откусит? Все на гидравлике. Смотрите, какие у него переходнички. А ты потискал? Да. А то, что у нас водку разливает, это что? А, да, дорогие друзья, это я ошибся. Это наливайка типа батиска. Вот такая прототип. Угу. Паленая алкашка. Паленый алкоголь. Ты, тут смотри. Смотри, боковые движки подработаны. Ну да, это ж поворот. Маневровая. Смотри, наждачка наклеена. А зачем? Ну, чтобы ходить. Потрогай. Ну, его опускают на кране судно. Залазит. А залазят же через люк. Вот такой жесткий свет. Такой. А, ну тут же давление. Глубину. Залазят же через люк. Ни сбоку, ни сзади. Смотри, сколько движков. Раз, два, три, четыре. Это только... Ага, и там внизу еще. Ну их куча. Маневренный, наверное, бензобак. Ага, не понял. А это что, бензобак? Не, вряд ли. Ну, фойл написано еще, если не... А, не, какой бензобак? Это этот. Поснимать, трюк. А можно сюда встать? Он не провалится, не? Вообще, даже не прогнулся. Ага. Да, дорогие друзья, мы не на крыше мира, а мы на крыше батискафа. Залез в наглую. Не знаю, сейчас меня погонят, не погонят. Но я вам должен все показать и все рассказать. Так, это такие вентиляторчики. Такая приборная доска. Такие сиденья. Ну, после он и такой, и, наверное, и развлекательный стоит. Ну, вряд ли. Это еще дорогое развлечение, по-моему. Но это, ну, очень дорогое. Ну, это просто шедевр технической и научной мысли. Ух, применительно. Но даже не стучит, не звенит. Ага. Тритон. Толстое, страшно, да. Ага. Все хорошо? Yes. Хорошо. Very good. Супер. Das ist fantastisch. Просит, чтобы ты в обуви не вылазил. А, да. Sorry. I don't know. Ага. Друзья, чуть ли не довернулся. Ага. Не, все, окей. Блин, еще не хватало с батискафа довернуться. Ага. Да, дорогие друзья, когда снимаешь, ничего вокруг не видишь. Внимание все сосредоточено на видоискателе. Поэтому бывают вот такие конфузы в прямом эфире. Окей. Sorry, что мы туда зашли. I don't know. Thank you very much. Они кинулись тебя спасать. Ага, ну еще бы. Такое чувство, что тут стекло сантиметров 10 проще. Ну, посмотри. Да, не удивлюсь. Ты убился. Ну да. Ради дорогих зрителей. Ага. Они не ценят. Вот так вот. Что за батискаф не упал? Тритончик. Когда мы еще будем иметь возможность что-то увидеть подобное. И вы, дорогие зрители. Да. Вот такие вот достижения у человечества в этой области. Трехместный. Ага.
Так, вон, а где... кислород, видно, еще подъявился. Так, а где был рулон туалетной бумаги? Ты не скажешь? А зачем тебе рулон туалетной бумаги? Да это не мне, ясно. Вон там вроде. Ага. Все, дорогие друзья, пошли к следующему экспонату. На этой выставке, это главный экспонат. Как там в песне поется? Главный экспонат на этой выставке – это я. Ага, а Лабутены покажи. Как всегда. Поваляюсь, Так, какой же цвет выбрать? Желтый, голубого нет, дорогие друзья. Помаранчевый? Ну, на каком вы тайным голосованием прямым посоветуете мне поваляться, дорогие друзья? Самое мягкое местечко, вот, мощусь. Ты его еще под табуретку заправь. Сбиваю перину, дорогие друзья. Перья там еще не летят, пухи перья. Пухи прасные. С массажем? Вот это да. Ой, как хорошо. Ну, все, Бобик сдох, они еще будем бежать. Сейчас, полчасика, и открывается второе дыхание, и мы понеслись по второму кругу. Не, уже стемнело, второго круга не будет. Все. Я не буду не давать обещаний, которые я не могу выполнить. Все, видишь, на сегодня. Нам еще выход надо найти, как минимум. Я на солнышке, на чем это я лежу? На песке. На батутике. На пуфике лежу. Я на пуфике лежу. На пуфике лежу и на солнце. Ага. А какое солнышко? А солнышко кто выключил? На луночку, лежу. Вон луна тебе вместо солнца, да. Так, он же, а на чем мы сегодня домой поедем? Ну, я не знаю, ну вот такой вот стоит. Какой? Ну вот такой вот, желтый, не блокитный, ну, показывай, просто желтый. Показывай. Просто показывай. Желтый. Показывай. Просто желтый, без блокитного. А, да, 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 устроит. Устроит. Где у этого парня кнопка? Одна такая накладочка стоит, наверное, 100 баксов. Ага. Я думаю, побольше. Это же эксклюзивно. Ну да, AMG как-никак. Ну что, влез? Да. А я влезу? С трудом втиснулся. Ай, куда девать мои ноги? А Козлевич? Козлевич? Какой может быть такой момент Козлевич? А Козлевич, по-моему, сюда не вписывается никаким образом. Я тоже сейчас залезу. Ага. Ну все, заводи, прогревай. Да. Опа. Опа. Что? Опа. Да. К тебе уже пристроились. Ну еще бы. Кто бы сомневался. Кошечка на капоте. Угу. Кошечку покажем в лучшем виде. Там она не одна, а с подружкой. Она с подружкой как раз. Скажи, чтобы подождали. Сейчас они устанут на каблучках, а мы их догоним. Ага. Ты думаешь, их догонишь? Опа! Ага. А вот и проблема.
Не понял. А куда же мы их сажать-то будем? Не понял. Это же родстерн. Тут места сзади нет. На колени. На колени? Да. На колени. Блин, ребята, не покупайте такую машину. Хорошая машина, ну куда этих вот уток, куда сажать? Не практично. Вот, вдвоем едешь, двух уток куда? Ладно. Даже один едешь, куда двух уток? Показывай, как я еду. Да. Пикап. Эй, ямщик, поворачивай к черту. Да, покажи. Ну, ох. Да, это МЖ, это Mercedes AMG. Сейчас вывезем. Узнаю? Да, узнаю. Узнаю, да, по почерку. О, все, меня уже тошнит. Это МЖ от кубика. Ладно, подожди, хватит посчитать. Все, я хочу уже проехаться на маршрутке. Второе дыхание и... Я хочу проехаться на маршрутке. А что он от меня хочет? Опа, все. Заблокировал дверь. Кажется, ты попал на ТВ. Так, тут какие-то эти, мы не взлетим. Но здесь уже нету CD-диска. Опа, все, поломал. Так, дорогие друзья, одну опцию мы уже освоили. Так, еще бы включить музончик, тогда точно все машки. Ну да, такое будет где-то 1150-200 стоить, я думаю. Да, родстер, да. Ой, без люка еще, блин. Ну, правда, тут люка некуда девать. Люка. Ни люка, ни чеснока. Короче, друзья, обзор МЖ Mercedes AMG. От первых, из первых рук он живой. Не, ну, дорогие друзья, я вам скажу, да, таки, да, удобная штука. В хозяйстве пригодится. Как перегонять-то будем? Моем, самолетом. Я думаю, они тебя привезут. Это уже не твои проблемы. А, в контейнере. Совершенно. Это не те люди, чтобы создавать кому-то проблемы. Они привезут тебе и подгонят к тебе под подъезд и поставят... тут сигнализации же нет. Ай, елки-палки. Да. Придется собаку сажать. В морском контейнере по запчастям. Да. Ладненько, дорогие друзья. Говорю, он уже запотел. Кто надышал? Запотел. Подожди, а где коробка КПП? Коробка перемены передач. Нет, ну это... Перемены переключения. Это вот, как его, это музыка. Ага. А, вот, все, нашел. Вперед, назад. А джойстик что? А джойстик, не знаю, тоже какая-то музыка, навигация, судя по всему. Ну, смотри, какой-то телевизор 40-дюймовый стоит, что ты хочешь. Так, ну ладно, пошли этих машек догоним, посмотрим, что они там от нас хотели.